Симфонический оркестр уже стал некой традицией для Приморской шахматной федерации. В этот раз классической музыкой в игровом клубе ДВФУ подвели итоги крупных детских и юношеских соревнований. Главный шахматный центр на Дальнем Востоке в течение 9 дней принимал личное первенство региона. Рекордные 236 спортсменов в возрасте от 5 до 19 лет разыгрывали путевки на всероссийские соревнования. 9 дней – это очень большой труд, это ребятишки напрягаются очень солидно, и усталость. Но тут Шекспиру делать нечего. Тут, понимаете, и трагедии здесь, и смех, и радости. То есть эмоции здесь через край, в любом случае, ну, здорово. Турнир юбилейный. Уже в 15-й раз этакие юные вундеркинды собираются в приморской столице. Интересно, что многие играют с самых первых соревнований. Такие шахматисты сквозь годы буквально наблюдают за жизнью и спортивными успехами своих коллег. Противников всех давно уже, лет 6 как минимум. Играю с ними постоянно, не только на этом турнире, на других турнирах тоже. Мои давние конкуренты все, как обычно, играли. Знание своих противников с одной стороны помогает, с другой не дает шансов самому удивить соперника. А делать это надо, ведь отбор на Россию – вещь нечастая. У некоторых на таких соревнованиях уже есть опыт. Он хоть и почти полностью состоит из поражений, однако влияет на дальнейшую карьеру спортсмена. Я была уже в Сочи 4 раза. Там на самом деле результаты не очень, там очень сильные соперники, там из Москвы, из Санкт-Петербурга. У меня только получилось в 2016 году занять 3-е место по решению шахматных задач. Кстати, параллельно детским соревнованиям здесь же проходил не менее важный командный чемпионат Дальнего Востока среди взрослых. В турнире встречались шахматисты уже с большими наградами и опытом за плечами. Наш край в этот раз, увы, смог представить только женскую команду, которая заняла 3-е место. Поэтому результаты наших юных участников все-таки оказались более впечатляющими. А именно, 10 человек от Приморского края отобрались на чемпионат России, куда наши шахматисты отправятся в апреле 2017 года. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, новости спорта на 8.